Курган заметает снегом, метели продолжаются несколько дней. На дорогах не то чтобы не разогнаться, иногда даже сдвинуться с места не получается. Да. Дороги замело так, коммунальщики не вычищают, работают плохо. Вот результат. Автобус увяз в снегу. Чтобы продолжить путь, пришлось подключаться пассажирам. А это Уфа. Снега там намело столько, что автомобили на парковках замело вместе с крышами. Вызволить машину из сугроба оказалось делом небыстрым. Сильный снегопад прошел в Тамбовской области, замело дороги, едва различимы стали тротуары. За день высота снежного покрова увеличилась на 20 сантиметров. На крышах тоже наблюдается скопление снега. Необычный способ борьбы с сугробами нашли в Новосибирске на огромной снежной горке. Активист написал фамилию мэра города. Место выбрал не случайно. Сугроб вырос на одной из парковок. Метод оказался действенным. Уже на следующий день снег убрали.